Округ продолжает обсуждать концепцию 2025. На этот раз свои предложения в нее внес коллектив Центра развития ребенка «Сказка». На встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Бадьян обсуждали доступность образования и его качество. Одной из тем разговора стало обеспечение технической базой дошкольных учебных заведений. Так воспитатели детского сада объяснили, что им приходится работать на собственных компьютерах, чтобы сделать процесс образования интереснее. Отдельное внимание уделили спортивному воспитанию детей. По словам педагогов, дошкольники испытывают нехватку в специальных помещениях для занятий физкультурой. Во время беседы с уполномоченным затронули досуг детей вне учебных заведений. Почему бы на месте вот этого старой школы-интернат построить детскую площадку, действительно, вот тоже самое грамотное, старая, такая красота была. Тут бы и родители гуляли, тут чтобы на детской площадке дети играли, а то, по сути дела, у нас в том районе детской площадки нет. Тогда может быть такое предложение, может быть организовать такое вот общественное обсуждение на сайте, через горячую линию, какой должна быть детская площадка города Новибара. На встрече присутствовала и уполномоченная по правам ребенка Татьяна Гашева. Она поблагодарила коллектив детского сада за активное участие в благотворительной акции «Милосердие» и вручила педагогам памятные подарки.